если бы мы не знали, как защититься от чумы, нас бы здесь не было. И вы тратите легендарную магию Империи на трущобную рвань Ферелдена? В высшей степени поразительно. Не в наших интересах допускать распространение чумы, где бы она ни появилась. Империя не так уж и далеко отсюда. Но и нельзя сказать, что близко. Нас разделяют море и несколько стран. И всего этого недостаточно, чтобы защитить вас. Ради твоей же безопасности мы просим тебя немедленно уйти. Тебе ведь уже сказали уйти. Прошу, не трать больше попусту наше время. Ты хотела чего-то еще? Там есть черный ход, задворок. Там всего один стражник и нет толпы. Да хранит тебя Создатель, чужеземец. Здесь кто-нибудь есть? Благослови тебя, Создатель, дитя. Не бойся, у моих глаз еще хватит силы, чтобы разглядеть тебя. Я высоко ценю твою искренность. Большинство только таращится на меня. Или, что хуже, неловко замолкает. Я храмовник. Я лишился зрения в битве с могущественным Малификаром. Он призвал пламя из пустоты и обжег мне лицо. Шрамы залечились, но зрение ко мне так и не вернулось. Будучи в Эльфинаже, я почуял, что здесь действует нечто зловещее. Что именно, я не знаю. Мне пришлось запастись терпением, но некоторые эльфы поговорили со мной откровенно, и я узнал их печальные истории. Однако я не нашел веского подтверждения своим страхам. Мои уши сделали все, что могли. Я надеялся, что ты послужишь моими глазами, высматривая в Эльфинаже все из ряда вон выходящее. Не знаю, но я чувствую, что-нибудь обязательно найдется. Ты девушка способная. Надеюсь, ты найдешь то, что я ищу. Храни тебя, Создатель, дитя. Нет, на минуточку. Внутрь нельзя.
Можете возвращаться к парадному входу. И вообще вам сейчас нельзя расхаживать по улицам. Чума все-таки. Знаете, так уж получилось. Я не насылал ни на кого ни мора, ни чумы. Я просто зарабатываю на хлеб. Эй, кто-нибудь! Выйдите сюда и помогите! Как скажешь. Я это сделаю. Я это сделаю. Как скажешь. Thank you.
Как скажешь. Как скажешь. Я это сделаю. Что такое? Уже новая партия? Мы так не... Погоди, да ты же не Тевентерка. Ты кто такая, а? Что? Да врешь ты все. До полуночи нас никто сменять не станет. А ну бейте! Скорей!
Так тому и будет сделано. Как скажешь. Отлично. Что это значит? Нам говорили, что власти не станут вмешиваться. Ты прорвалась сюда с боем только для того, чтобы задавать вопросы? Тебе, знаешь ли, придется об этом пожалеть. Хочешь верь, хочешь не верь, но мы получили разрешение вести тут свое дело. Вы, ферлденцы, много толкуете о том, какая отвратительная штука рабство. Но разве не удивительно, что эти высокие идеалы так легко свергает звон монет? Ты хоть представляешь, как трудно добыть свеженький товар? В империи за этих рабов дадут высокую цену, и нам за такую возможность платят весьма прилично. Но довольно. Я здесь только для того, чтобы остановить эту резню. Я не дура. Я вижу, на что ты способна. Будь по-твоему. Пускай с тобой разбирается Каладриус, а я тем временем приведу солдат-регента. Советую тебе убраться прочь, пока не поздно.